Современные виды росписи, керамика, войлок, живописи, не только. Свои дипломные работы защитили выпускники колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Изделия выполнены руками талантливых юношей и девушек в разных техниках. Работы оценила и наша съемочная группа, и Алла Динаева. Защита дипломных работ отделения декоративно-прикладного искусства колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова – праздник не только для выпускников, их родных и преподавателей, но и для всех тех, кто любит творчество. Наши кропотливые работы под руководством Анны Владимировны и преподавательского состава, дорогие родители, спасибо, что вы выбрали такой путь вместе с детьми. И уже по сложившейся традиции это мероприятие проходит в картинной галерее музея-заповедника. И зав. Отделением декоративно-прикладного искусства колледжа культуры и искусств Эмма Пугова поблагодарила директора музея за предоставленную площадку, а родителей за поддержку детей в учебе и творчестве. «Не волнуйтесь, покажите все, чему вы научились», – напутствовала выпускников перед защитой дипломных работ Эмма Владимировна. Кавказские сувениры в духе традиции представила выпускница колледжа Енета Кузнецова. Я исследовала различные виды сувениров от древнеегипетских статуэток до современной керамики, от японских ваз до русских игрушек. Я изучала форму, орнамент, стилистику и как эти сувениры можно применить. Роспись по дереву, ширма «Живая связь времен», дипломная работа Виктории Виловатой. Полгода вместе с учетами, с эскизами, пока все одобрили, пока процесс росписи, да, примерно полгода кропотливой работы. Наши преподаватели замечательные, без них отделение, ну, не было бы такими прекрасными, поддерживали всегда нас, всегда верили в нас, все наши идеи, все одобривали. Сувенирные куклы в национальных костюмах, продумав и учитывая все детали, изготовила Дана Батагова. Моя работа называется «Мой Кавказ», тема «Горельеф. Охота сокола». Это я тем самым хотел показать, что раньше адыги использовали сокола во время охоты, чтобы их пускали на добычу, которую они хотят поймать. Вот, скажем. На данной моей работе показано, как сокол нападает на кроликов, а сзади стоит его хозяин на коне. Современные виды росписи, керамика, войлок, живописи не только, а дипломные работы выпускников колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова выполнены в разных техниках, и все они завораживают. Такой замечательный выпуск, 21 человек, это много. При плане у нас вообще 12 было человек план. Мы набрали 30, а до конца дошли вот 21. Ну, за 4 года, ну, так приварились, так припекли, что отрываю от себя просто. Я горжусь вот каждым выпускником сегодня, это готовый мастер, что мы за 4 года научились столькому. Мы спокойно отпускаем их в жизнь, они будут себе зарабатывать, они будут нашу республику украшать. Если наша республика позаботится, чтобы они не уезжали отсюда, нужно создавать, конечно, промыслы. Сувенирные промыслы, чтобы наши выпускники там работали. Мы за 32 года уже выпустили больше 300 специалистов. А многие уезжают отсюда, потому что негде работать. Мы насытили все художественные школы, общеобразовательные школы, рекламные агентства. Но надо двигаться дальше. Поэтому мне хочется увидеть это будущее. Дипломные работы выпускников выставлены в картинной галерее, и их можно посмотреть до 1 июля. Алла Динаева, Муминат Ешерова, Михак Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.